Под осиновик. Нойс лагерь, близ хлебзавода. 30 августа 2023 года. Мы уже уезжаем с территории. И вот он тут попался на глаза. Вот он. Тут и другие есть, может быть. Но искать мы не будем. Времени 5:30. Здесь был забор. Сейчас его перешагнем. И хлебзавод. Вот забор упал. Вот хлебзавод. Лицевая сторона. Где тут? Подъезжали автомобили. Загружались хлебом. И по частям. По торговым точкам, наверное, продавался где-то. Вот забор. Мы развернулись. Вот это КПП или КТП. Вот. Какой шиповник яркий. А мы снова до гриба подойдем. Под осиновику. И уезжаем. Мы едем уже. Покидаем территорию. Вот забор тут упал. Да, времени 5:30. Вот время. Дату я сказал. Вот гриб произрастает. Подосиновик хороший, крепкий, красивый. Пусть растет. Мы его не берем. Нам он один ни к чему. Да, вот для сравнения рука. Тут дорога направо на выход из расположения. Здесь за забором уже, за забором подразделения. Тут, по-моему, склады, школы поваров, прачечная. Напротив сюда, за забором, старая, которая уже нет. На выход там ворота. Вон он, тот гриб. Там мелькает. Да, а в эту сторону, к материальным складам, к центральным материальным складам. Они прямо налево туда, склады, холодильники. А направо к автопарку. Извините. Да. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Вот он. Подосиновик. На территории Нойс лагерь близ хлебзавода. До свидания.